Тем временем украинские силовики продолжают обстрелы мирных районов Донбасса. По данным ополчения, за прошедшие сутки Нацгвардия 15 раз нарушала режим тишины. Один из самых сильных ударов пришелся на город Ясиноватое. Несколько жилых домов были разрушены полностью. Пожары на месте взрывов тушили несколько часов. Нарушено электроснабжение. Обстрелом также подверглась Горловка, поселки Октябрьский и Спартак, близ Донецкого аэропорта.